городе Волжском полицейские задержали подозреваемых в незаконном приобретении и сбыте фальшивых денег. Трое местных жителей через сайт в интернете приобрели 3 поддельные 5000-ные купюры и расплачивались ими в различных магазинах. С каждой из купюр подозреваемые получали сдачу и зачисляли деньги на банковский счет. Задержанные в содеянном сознались. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За сбыт поддельных денег законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. На посту ДПС в Калачевском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ВАЗ 14 модели. В ходе досмотра у 28-летнего волгоградца полицейские обнаружили сверток с марихуаной. Мужчина сознался, что хранил наркотик для собственного употребления. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники управления уголовного розыска совместно с коллегами из управления ФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве. 47-летний житель городища под угрозой физической расправы требовал 2 миллиона рублей у волгоградца. Потерпевший обратился в полицию, и при передаче части денег подозреваемый был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. У задержанного обнаружены порядка 40 долговых расписок от других граждан. В связи с этим следователи просят возможных пострадавших от противоправной деятельности подозреваемого обращаться в полицию.